Здарова, ребят, с вами Илья, и это наш ролик по игре Cuphead на наши Android-девайсы. В общем, гоу, Лукасы, и поехали! Все меня просят снять ролик и рассказать о положении дел для этого неофициального порта на Android, и вот я решил запилить такой видос. Скажу сразу, в описании я оставил ссылочку на самую актуальную и свежую обнову игры, и вы спокойно можете ее скачать и сами попробовать. Вообще, разработчик Skyla пока не выпускал самых свежих обнов, и неизвестно, будет ли он вообще это делать, так как он сказал, что переключился на другие проекты. Однако, по примеру неофициального порта игры GTA 5, мы не будем сразу же так вот делать выводы, и кто знает, может, разработчики вновь вернутся к своему проекту. В общем, в любом случае, сейчас уже игра весьма большая и в любом случае заслуживает нашего внимания. Здесь уже есть несколько уровней, есть режим Run and Gun и реально много боссов, поэтому играть очень даже здорово. Здесь есть два персонажа, магазин, в общем-то, почти весь первый остров, поэтому реально работы здесь много выполнены, и разработчики в любом случае молодцы. Работает, кстати, игра вполне себе неплохо, правда, нужен для ее запуска мощный телефон. В остальном игра такая же, как и на ПК, здесь хорошо оптимизировано управление для сенсорных экранов, так что поиграть можно как минимум с удовольствием на паре боссов. Вообще, если вы фанат игры Cuphead, то вот так вот можете закинуть этот неофициальный порт на свой мобильный телефон и угорать где-нибудь в очередях или, допустим, где-то вне дома. В общем, рекомендую чекнуть самую последнюю беточку, ссылочка в описании, поэтому пробуйте и пишите, как у вас игрушка идет. Ну и, само собой, жмите Лукасы моему видосу, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в теме всех крутых новиночек на мобильные девайсы. А так, будем заканчивать. Хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.